Так, ладно, ребят, начинаем. Всем добро пожаловать, всем привет-привет-привет. Сириус, привет. Сироп Плей, привет. Не знаю, вы тут или еще нет, но во всяком случае, начинаем. Сейчас делаем глоток чаю, продолжаем проходить Resident Evil. Сегодня у нас четвертый стрим по этой игре. Признаюсь честно, сейчас попробую. Так, ладно, ребят, начинаем. Так, всем добро пожаловать, всем привет. Меня слышно, это уже хорошо. Ой, пытаюсь чувство прийти. Не знаю. С утра переделал кучу дел, там то туда съездил, то сюда съездил, приехал туда, стрим, сделал анонс, прилег, как разморило, за час, наверное, до начала стрима встал, вообще ничего делать не хочется. Погода пасмурная, дождь идет, спать хочется. Ну, надеюсь, сейчас взбодримся. Мои любимые зомби мне в этом помогут. Так, ну что ж тут у нас? Ой, какая новая игра? Вы чё? Я еще старую не прошел, а уже новую предлагают начать. Всем добро пожаловать, всем салют. Всех с Новым годом. Так, Ребекка. Церковь. На чем же мы там остановились? Мы куда-то там что-то перешли с одной локации в другую локацию. Ну, сейчас, короче, по ходу будем вспоминать, разбираться, где, кто, чего. Так, продолжить. Сириус. Странно, на превьюшке твое выражение лица описывает ужас, который испытывал от слов «пиво закончилось». Печатанная машинка сохранится? Нет. Ну, только оттуда. Так, патрончики, что тут? Что-то у меня. Что за прикол? О, как-то неправильно работало управление. Я нажимаю влево, оно вправо бежит. О, бот уже со всеми здоровается. Так, что у нас? Что у нас? Дай-ка вспомнить, как тут. Ага, лента нам, в принципе, с собой не нужна. Выкинуть. Как ее выкинуть? Не помню. А вот, выбросить. Да. Патроны для магнума нам тоже пока не нужны, так как самого магнума нет. А где у нас этот Билли? Где этот мужик? А, он тут. Я понял. Ух ты, тут кто-то ходит. Какой-то странный. А, вороны. Не, это не вороны, это какие-то летучие мыши. Руки вверх. Ладно, не трогают, и я их трогать не буду. Пускай он тут пока постоит. Мне нужно каким-то чудом придумать, как ему открыть дверь и впустить его. Что у нас по карте? Такая кривая дорога отсюда. Так, я нахожусь вот здесь. Здесь у нас какое-то помещение. Здесь вот у нас Билли находится. Мне нужно придумать, как открыть... А, эти двери, чтобы Билли мог зайти. Я понял. Так, выходим, выходим отсюда. Как дела, ребят? Рассказывайте. О, кино какое-то. Брось меня, брось. Не, не брось, поставь меня. Поставь меня на место. Ой. Ой-ой-ой. Поставь, поставь. Я еще не готов к такой близости. Поставь меня на место. Да не брось, а поставь, я сказал. А что у нас по здоровью? Внимание. Ну, еще не критично, да? Смешать. Вот так. Да куда ты стреляешь, а? Зачем ты в стенах делаешь... Вот ты, господи.
Оп. Оставь! Походу сейчас хана мне будет. Подлечиться или еще рано? Внимание. Значит, не критично, я думаю. Пустите меня обратно. Что за хрень летает, а? Вот, теперь я тут и буду жить. Я буду тут сидеть, не хочу я туда выходить. Там страшно и опасно. Там какая-то чудо-юдо летает. О, тут есть хилка. Если что, можно будет сюда забежать, отхилиться. Так, ладно. Ну, давай тогда используем. А то реально сейчас убьют. О! Фу! Каким-то чудом куда-то там тра-та-та-та-та-та в воздух пострелял. Ну, это хорошо. У меня какие-то патроны, видно, самонаводящиеся. Это алтарь. Несмотря на божественную ауру, в нем есть что-то зловещее. Понятно. Так, алтарь это, конечно, хорошо. А как отсюда выйти-то? Кажется, отсюда можно забраться наверх, если воспользоваться чем-нибудь. Угу. Ну, давай думать, чем можем тут воспользоваться. Ой. Нет, сюда мне не нужно. Билли, как поживаешь? Ага, эти улетели от Седова. Понятно. Не, ну я думаю, мне сюда не нужно. Мне нужно как-то внутри разобраться. Так, чем-нибудь воспользоваться. Чем-нибудь воспользоваться. А чем мы можем тут воспользоваться? Двигать тут ничего не могу. Так, 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 так. Воспользоваться здесь абсолютно нечем. Ни налево, ни направо. Странная конструкция. Так, что? Так, добраться наверх, если чем-то воспользоваться. Но кто его знает? Так, Билли, пока там постой. Это мы отсюда, по-моему, пришли. Если я не ошибаюсь. А ну. Ну да. Вот какой-то странный алтарь или что это такое. Даже нету никакого описания. Так, куча цветочков. Цветочки это дело хорошее, но мне не нужны пока что. Кстати, можем парочку сорвать, замешать. Заколотить, так сказать, чудо-раствор. Так, кстати, у меня здоровье, внимание, пишет. Извиняюсь за голос. Немножко в нос говорю, но... Простуда это такое. Так, это мы сейчас используем сразу, а это мы смешаем. Так, а что я на него смотреть? Смешать, а не смотреть. Вот так. Все. Дальше побежали. Так, лифт.
Похоже, лифт обесточен. Закрыто с другой стороны. А как же мне на ту сторону попасть, чтобы проскочить? Э, Билли, как сам? Как ты тут? Пока что я заблудился, я не знаю, что делать. Что делать дальше? Опять в эту церковь? Стоп. А ну, что у Билли есть в карманах? Билли, показывай, что у тебя в карманах. Дробовик, пистолет и патроны. Понятно. Ничего такого ценного. Так, а что ж мы? Кажется, сюда можно забраться, если что-то подставить. А что ж мы можем подставить-то, если абсолютно ничего нет? Так, ребята, я не понял, что за бойкот. Сейчас опять Девор запущу. Если никто не придет. Так, что тут у нас? Патроны для Магнума. Килка. Для гранатомета патроны. Записная машинка. Стул. Больше нет ничего. Подобрать? Нет. Пускай Билли подбирает. Интересно, что это написано на стене. Может, это пароль какой-то? Так, что делать дальше? Что делать дальше? Как быть? А ну-ка. К примеру, да, там, если я переключусь на Билли, попробую им прийти сюда же. А-а-а, вот оно что, можно все-таки было, да? Не обязательно его там оставлять, чтобы дверь была открыта. Вот так. Так, Джилл. Поверь, что Джилл? Нам нужно как-то сюда забраться. Подсади меня. Кстати, пока мы, пока Билли тут, можно с его помощью побежать патроны подобрать. Так, патрон для гранатомета. Давай возьмем это для дробовика взять. И теперь для гранатомета патроны мы здесь и оставим. Гранатомета с собой нет. Мешать. Вот так. Порядок. Ну, Джилл, да. Блин, что Джилл? Как ее там? Как ее зовут? Напарника. Напарницу нашу. Ребекка. О, Ребек, давай я тебя подсажу. Как это сделать? Блин. Ну так же все хорошо начиналось, а? Опа, на Ребекку. Давай вот так, не соло, а команда. Может быть, вот так. А ну, залазь к нему на плечи и давай сюда наверх. Блин, вот как мне сюда залезть? Стой, а? Здесь. Ага. За мной. Хорошо. Это раскомандовалось. О, господи.
И чё, и как? Билли, давай это туда залезть можем? Залезть не можем. Подвинуть не можем. Здесь тоже абсолютно ничего нет. Я заблудился, вернее, я застрял. Не заблудился, а застрял. Я не знаю, что делать дальше. На полу ничего не валяется. Абсолютно ничего нет. Не, как здесь проходить? Похоже, без вариантов. Пока никого нет, особо подсказать мне некому. Поэтому старый проверенный способ. YouTube в помощь. Так, где там, где там? Какие-нибудь такие вот целый плей... Вернее, чтоб... Целый плейлист. Так, это у нас... Серия четвертая, это где они там бродят, ходят? Не, это вообще... Так, давай вот так тут. Десятая серия у кого-то тут. Это тоже не здесь. Давай дальше. Ребят, небольшая пауза, потому что я не знаю, как дальше действовать, как проходить. Если бы кто-то подсказывал. Так, это не здесь. Давай дальше. Так, это... Ой, это уже что-то такое непонятное. О, Сириус, привет. Опоздал немного. Учитель мозги имеет. Я понял. А я тут застрял, причем в этом, ну, на одном моменте. Я не знаю, как дальше передвиг... вернее, двигаться. Поэтому решил воспользоваться старым проверенным методом. Посмотреть в Ютубе, как проходят другие. Только есть одно но. Нужно найти этот момент как раз. Так, это где они тут бегают? Кто бы знал. Короче, где-то там что-то бегает, но не там. Так, это... Ага, это еще не тут они. Давай следующую часть. Все бы ничего, все нормально. А вот... О! Или нет, это они не тут. Это хорошо, значит, где-то дальше они туда спустятся. Так, понятно, не сюда. Давай, следующая часть. С застрял. Мне бы какого-нибудь профессионала на стрим, чтобы он мне подсказывал, вернее, профессионала. Кого-нибудь, кто проходил эту игру. Ага. Вот как раз этот момент. Я убил эту хрень. Летающая мышь тут была. А дальше они как решали? Давай убивай ее. И дальше побежали. А, господи, только он будет ее убивать. Ага. Вот он убил. Сохранился. Все как и я. После каждого шага сохраняется. А, это... Я понял, он ее просто убить не может. Постоянно она его убивает, и он сохраняет, вернее, заново загружается. Так, ладно, сейчас на домотать до того места, где он ее убил. И как они дальше разбирались? Ага, вот это. А что он сюда? За хилкой, понятно, отхилиться. Прибежал сюда. Сириус, как дела? Я тут рассказывал в начале стрима. Сегодня с утра куча дел. Проснулся в 6 часов утра.
Короче, кучу дел переделал дома. Потом съездил в пару мест. Приехал где-то уже, я не знаю, час дня был. Или начало второго. Сделал анонс стрима. Смотрю, 3 часа вечера. Меня как разморило. На улице дождь идет. Пасмурная погода. Как разморило. Спать хочется. Думаю, ладно, сейчас стрим запущу. Как-нибудь очнусь, расчухаюсь, проснусь. Так, ладно, лечится там сейчас. Не понял, это где они? Так. Что-то как-то... Знаете, вот я не люблю тех людей, которые проходят игры, записывая. Вот он записывал игру. И в тот момент, там, где я остановился, там, где я застрял, он этот фрагмент вырезал. И уже решение дальше записывает. То есть они как-то по какой-то веревке где-то там куда-то поднялись. Куда, по какой веревке? Ну, может, дальше станет ясно. А-а-а, гарпуном! Он воспользовался гарпуном. Короче, я понял. Нужно обратно где-то найти гарпун, где его бросил. Вернуться. Оставим пока. Без вариантов. А где ж я его оставил? Кто бы знал, этот гарпун. Так, у кого там... Да, можем Ребекка избегать. Гарпун нужно притащить. И с помощью гарпуна каким-то чудом забраться. О, Билли, побежали. А я его оставил аж бог знает где. Опоздал немного, учитель мозг имеет. Ты бы учителю загадал загадку. Как помнишь, там, вернее, сейчас... Недавно прошел мем про паренька и учителя по математике. Как паренек: а рубль где? Где рубль? Так, 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 вот в эту дверь. Здесь где-то гарпун, наверное. Или аж вот здесь. Короче, бежать не аж на другой конец география. Стреляй! О! Тихо, не мычи! А как мы? В 2 ствола их. Это что за лестница? Куда эта лестница меня приведет? А, почти на место, да? Ну давай попробуем по этой лестнице. Куда ж? Нет, в обратную сторону. Спуститься по лестнице? Да. Спуститься. Давай, огонь! Ох уж эти черти тут, а? Так, стоп. Я вот здесь. Вниз. А вниз это куда? А, мне нужно в главный холл спуститься и в эту лестницу через канализацию проползти. Короче, выходим в эту дверь, то, что перед нами.
далеко, конечно, бежать. Но не сюда, да? Нет, не туда, это точно. Хочу пройти эту часть уже наконец-то и перейти к следующей. Что-то она... Эта часть меня начинает поднадоедать. Так, тут гранатомет лежит у нас. Коктейль Молотова. Там... А, вот и гарпун. Нашелся, это хорошо. Да. Все, возвращаемся обратно. Туда же. И попробуем использовать гарпун. Где-то там. Сложно. Нигде об этом ничего не сказано, не написано. Это, то есть... Вот сюда. Подняться, да. То есть я должен был этот гарпун с собой таскать с самого начала. Так. А ну. Ой. Использовать нет. А, и экипировать его нельзя, только использовать. Так, ну судя по карте, у нас вот здесь где-то лестница. И вот здесь вот как-то можно подняться, я так понимаю. Может здесь использовать? Нет. Вот. Теперь вот так использовать. Аллилуйя. Спуститься, да. Не, вот если бы не видео, да, там в Ютубе, как я должен догадаться? О, а вот питанием лифта подтянуть рычаг, да. Все, лифт запустили. Шикарно. Дверь сейчас откроем. Вот, два цветочка. Давай, все пригодится. Ай. Начинается. Не помещается. Так, гарпун. Давай сейчас пока мы его выбросим. Цветочек подорвем. Блин, сорвем. Смешаем две травки. Две травинки. Вот так. Так, давай, гарпун. Да давай, гарпун, бери. Молодец, открыла дверь. Да куда ты пошла? Гарпун забыла. Ох уж и... Так, лифт мы заточили.
лечебные цветы растут. Я привык их цветами называть. А что они в горшочке растут? Так, где этот наш? Знаешь что? Я, наверное, сейчас бегаю и сохранюсь. А, и, кстати, давай подругу свою тоже возьмем. Гарпун выложим в этой комнате. Сохраниться, сбегать, потому что не хочется, мало ли что сейчас произойдет, не хочется возвращаться. Они как комнатные растения, цветы. Я, конечно, дома не понимаю, в чем прикол их. Есть там красивые цветочки, которые цветут, пахнут, растут. Красивые. Так, выбросить? Да. А есть такие вот, как растут у тебя в горшке зеленые. Ни цвет, ни цвета, ни радости, ни запаха. Но тоже называются цветы. Так, да, вот так. Да, перезаписать. Ребекка в церкви. Понятно, церковь. Все, выбрасываю эту хрень. Она нам пока не нужна. Выбросить, да. Что-то какая-то забастовка сегодня. Никого нет. Так, напарничек. Команда. А, кстати, это ж можно одной буквой. Блин, клавишей включать. Соло бегать или в команде. Лечебные травы. Есть травы, а есть цветы. Бурьян. Сорняки. Так, все, я лифт запустил, можем ехать. Садись, подвезу. На какой тебе этаж? Ой, лифт куда-то поехал, даже никто кнопку не нажал. О, еще один бурьян. О, давай это сразу его использовать. Как раз со здоровьем тут не все в порядке. Использовать. Использовать. Отлично. Теперь у всех со здоровьем. Отлично. Что тут написано? Видите лестницу, которая ведет наверх? Но она обрушилась, и ею нельзя воспользоваться. Начинается. Пошли дальше. Что-то какой-то дежавю, как будто я здесь был. А не, не был. Так, а что у нас тут? Отсюда я зашел. А, вот, это вот эта стрелочка показывает, что здесь гарпун нужен. Я понял, без гарпуна здесь не подняться. Так, ладно, Билли. Ты тут пока подожди. О, какая-то хрень. Простой лифт для транспортировки предметов. Похоже, он соединен с операционной. Отправить что-нибудь в операционную? Нет, пока нечего отправлять. Так, ладно, Билли, тут... Стой здесь. Понял, и никуда не уходи. Пройду, проверю. А я побежал обратно гарпун брать. Откуда я знал то, что он... Он понадобился мне в первой... на первом стриме, в самом начале. И аж на четвертом стриме. То есть... А сейчас тут понадобился два раза подряд почти. Как я должен был это узнать?
Надо же было его еще ставить. Кстати, можно было загрузиться с последнее сохранение и оказался бы в этой комнате, где выкинул гарпун. Тоже как вариант. Ладно, уже вернулся. Давай, бери эту кочергу. Как думаешь, Билли там стоит? Или уже куда-то убежал? Не, приоткрой. Душно вообще. Так. Так. Вот. Приду проверю. Вверх, пожалуйста. Или вниз. Куда мы едем? Так. О, тут стоишь, молодец. Сюда. Ага. Сюда, за мной пошли. Молодец, тут стоит, никуда не ушел. Так, что тут у нас? Дневник Маркуса 2, страница отсутствует. Вероятность угрозы невелика, но я поместил своих малышей в операционную капсулу. А, в специальную капсулу. Держать ее при себе довольно опасно, поэтому я решил оставить ее здесь. Хорошо, спрятать листок, отнести его в лес. Открыть капсулу можно только с помощью специального разделительного вещества. Лакей Спенсера. Лакей Спенсера ни за что не догадается, как это сделать. Фигня какая-то. Какое-то там разделительное средство. Что-то там разделить, капсулу какую-то. Что тут у нас есть? Ага. Понятно. Так, и что? Ой, не так. Давай, вот так, использовать. Вот почему она поднялась, не может скинуть ему гарпун, чтобы он тоже поднялся. Так, еще какой-то листочек. Дневник заведующего лаборатория. Сегодня директор Маркус попросил меня сменить пароль входов на платформу. О, это, возможно, полезный листочек. Когда я его попросил, спросил его, откуда этот пароль, он сказал, что взял его из антропометрических запчастей своих детей. Записей. Антропометрических записей своих детей. Однако директор не доверяет людям. Он не женат. Какие тут могут быть дети? Что он имел в виду? Вверх, пожалуйста. Ой, или вниз. В лифте, да? Он не включается. Когда вы нажали на кнопку питания. Так, компьютер не включился. Компьютер. Он не включается, когда вы нажали на кнопку питания. Что нужно в этом случае сделать в первую очередь, если компьютер не реагирует на кнопку питания? М? Кирилл, вот что бы ты сделал в первую очередь, если бы компьютер не включился, не отреагировал? В банках находятся какие-то внутренние органы. Канистра с бензином. Oh!
Ой! Да куда ты в стену? Ой! А теперь пиявки тут будут ползать без конца. Так, надо подлечиться. Как использовать? Смешать с этим. Дверь какая-то. О, карта! Ура! У меня теперь есть карта, я теперь знаю, куда бегать. Ой-ой-ой-ой. Угу. Тут у нас тупик, вот сюда. Кстати, а тут же тупик. Карта лаборатории, отлично. Ну, да, в принципе. Проверить, есть ли питание вообще в розетке. Нажать на кнопку. Естественно. Одна из капсул светится. Отлично. Взять предмет капсулы с пиявкой. Конечно, взять. Я понял, понял. А если воткнут в розетку? Все нормально. Но на кнопку включения не реагирует. Дальше. Кстати, недавно у моего товарища была такая ерунда. Там качок напряжения. И все, компьютер потух. И больше на кнопку включения не реагировал. Хотя в розетку включен, все было. Так, так, стоп. Мне карта нужна. Я вот здесь нахожусь. Ступеньки лестницы. Здесь слишком опасно спускаться вниз. Я понял, вот кнопочка какая-то. Есть кнопочка. Нажать ее? Да, конечно. Закрой, закрой обратно. Как-то не нужно нажимать. Мы выпустили какого-то непонятно кого. Да не это, а карта. Здесь у нас закрыто. Так, у нас здесь открыто. Это у нас небольшая такая штучка. Короче, чтобы я следующим, ну, смотрю, в розетку он воткнут. То же самое было, как и у моего товарища. Он его даже не выключал. У него просто блок питания ушел в защиту. И получается, не реагировал на кнопку включения. Нужно было обесточить, вынуть его с розетки там или на блоке питания сзади кнопочку класснуть, если есть такая. Вот, обесточить. Может быть, еще BIOS сбросить, но не, BIOS тут не при чем. Но обесточить компьютер, подождать там некоторое время и обратно в сеть включить. Это... Если нет, то уже давай лезть вовнутрь, смотреть, есть ли питание на блоке питания. Если блок питания в порядке, то кнопку можно проверить. Иногда бывает, кнопки ломаются. Так. Если и кнопка в порядке, и блок питания в порядке, там уже интересный вопрос начинается. Постепенно, вернее, вынуть с материнской платы все, практически все, оставить только там, к примеру, один процессор.
Или вообще даже можно все вынуть и попробовать запустить саму материнскую плату. Стартанет она или нет? Можно. Если стартанет, то уже методом перебора определять, что загорело, что. Так, прыгать отсюда слишком опасно. Да ладно, что тут 2 метра опасно ей прыгать. Да, бывает такое. Нет, от скачка напряжения блок питания, чтобы спасти твое железо, он уходит в защиту. И все, и пока ты его не обесточишь, пока конденсаторы в нем не разрядятся, защита это не снимается. Причем он не отключит ее. Так, ладно, тут у нас тупик, это, по всей видимости. Прыгать там сильно высоко. Нужно обесточить. И после этого защита убирается, снимается. И оно может запуститься. Не, кстати, не все блоки питания. Самые дешевые, я думаю, могут и не уйти в защиту, а просто сжечь твое железо. Так, у меня тут складывать нечего. Что это такое у нас? Использовать, осмотреть. Сопля какая-то. Блин, пробил. Пробирка с пиявкой запечатана соплями. Ясно. И где я тут нахожусь? Опа. А, то есть вниз я сейчас спуститься не могу. Мне нужно этот лифт найти. Передать... Ух ты. Свежей биологической жидкостью. Смотри, колба наполнена свежей биологической жидкостью. Кто-то мочился в эту колбу. Не, ну, может, конечно, из-за розетки. Если там контакт плохой, там у тебя розетка... отходит. Может быть из-за этого. Может быть просто там от сети. Электрики виноваты. Гром, молния. Молния может повлиять тоже. Все оборудование полноценно функционирует. Функциклирует. О, что это? Кажется, это устройство обеспечивает подачу газа в среднюю комнату. Соседнюю. В данный момент оно пустое. Короче, я понял. Мне нужно газ туда засунуть. А где его взять? Вот и газ. Похоже на какой-то химикат. Засыпать его в набор для смешивания? Конечно. Зеленый химикат уже есть в наборе для смешивания. Добавить химикат? Да. В результате смешивания красного и зеленого химиката получилось синтезирующее вещество. Шикарно. И где оно? Уже есть в наборе для смешивания. Добавить химикат? Нет. Так. И что там у нас? Набор для смешивания. Посмотреть. Что тут у нас есть? Синтезирующее вещество может растворить множество видов материалов. Короче, ничего не понятно, зачем и для чего. Но раз есть, это лучше, чем нет. Запись о выращивании пиявок. Так, четверочка почему-то красным светится. Начал сведения про родителя четырьмя подводными пиявками. Они выдерживают в основном за счет охоты, выживают. Паразитирование и размножение. Такой набор инстинктов как нельзя лучше подходит для биологического оружия. Какое-то время они пребывали в агонии, но вскоре успокоились. В дальнейшем не наблюдалось каких-либо значительных изменений. 10 февраля. Вот. Почему эти слова разными цветами? С момента введения вируса прошло 7 дней. Появились первые признаки трансформации. Длина пиявок увеличилась вдвое. Они успешно отложили яйца,
численность которой также выросла, вернее, удвоилась. Однако вследствие аномального аппетита среди пиявок возникли каннибализм. Я лишился двух особей, стремясь накормить их. Я решил дать им живую пищу. При этом половина пиявок погибла от сопротивления жертвы. Однако пиявки совершенствуют свою тактику нападения, постепенно переходят от индивидуальной формы существования к колониальной. Очень полезно. Сегодня прекрасный день. Пиявки начали копировать мою внешность. Они видят во мне отца. Мои прекрасные детки. Ага, он называл детьми пиявок. Я вас никому не отдам. Завод по изготовлению пиявок. 100%. Короче. О, пиявка присмахталась. Оп, минус одна пиявка. Так, что тут у нас? Ну, патроны, но класть их некуда. Что это такое? Камера заполнена ядовитым газом. Включена защита. Защитная блокировка. Так, дай-ка подумать. Ага, вон еще есть дверь, куда я еще не ходил. Вот здесь не был. А если мы попробуем вот эту пиявку сюда засунуть? Нет, не получается. Давай сюда сходим еще. Раз не были тут. А, это лифт. Отправить что-нибудь в библиотеку? Да. Вот этому. Ой. Да не то я ему отправил. Стой. Ну на кой ему эта трава нужна? Блин. Там еще кто-то ползет. Нахрена надо было ссать в колбы, чтобы их этих ползающих дурачков вырастить. Откуда же я знаю, у них такая технология, наверное. Так, я что-то не то отправил своему напарнику. Ну, раз отправил, значит, нужно брать. Так, библиотека. Где этот лифт тут? Сюда? Нет, не сюда. А, вот лифт. Тут что-то есть внутри. Да, взять. Давай мы обратно отправим. Отправить что-нибудь? Да. На, свою траву обратно. Ешь сама. Билли не козел. Билли мясо любит. Они всякие цветочки. Так, переключаемся обратно на нашу подругу. Так, тут какой-то чмо ползает. Или ходит, или ползает, или кто его знает. Еще где-то. Ой. Все. Тихо, спокойно. Так, забираем обратно эти цветочки. Ему отправим другую хрень. Да. Забрать.
Давай, отправить что-нибудь. Да, давай быстрее, чехлись. Пока вот это... Отправляем вот эту колбу ему. Пусть радуется. Пузырь. Я отправил Билли пузырь. Что-то внутри. Взять, да. Итак. Все, все, все. Ну давай, отлипни. Где-то тут была какая-то хрень, куда нужно было это ставить. Колбу. Так, не здесь. Думал, сейчас чихну. Так. Ой. Так, стоп. Карта. Тут у нас везде тупик. Это лифт. На лифте мы спустимся вот сюда. Нет, что-то я не то сделал. Эти двери закрыты. Что-то реально не то сделал. Так, пока тут тихо, спокойно. Пускай он здесь постоит. Так, давай-ка это. Ты смотри. Или тут, или где-то, короче, этот пузырь нужно мне засунуть. Ставить. Так, Билли, давай иди сюда. Возвращай ей явку. Нет, не сюда. Отправить что-нибудь? Да, отправить. Угу. Давай, бери свою пьявку обратно. И будем искать, куда же ее засунуть-то, эту пьявку. Так, здесь хилка есть. О, почтовый ящик. Еще одна хилка. Письмо. Доклад эксперта. С президентом Спенсером доктор Маркус основал корпорацию Umbrella, исчез 10 лет назад. Результаты его исследований все это время держались в тайне. Бла-бла-бла-бла. Ерунда. Так. Ой. Дверь украшена бюстом Маркуса. В основании есть предмет, вернее, куда можно что-то вставить. Такую хрень какую-то. А что мы сюда можем вставить? Так понимаю, то, что мы туда должны вставить, это есть у нашего... Я должен найти с помощью Билли, с помощью этого лифта передать ей эту хрень, которую туда нужно вставить. И только после этого дверь откроется. Так, ладно. А если не туда, а вот сюда, к примеру, мы прогуляемся. Когда мне нужно карту включить, я включаю инвентарь. Когда нужен инвентарь, карту включаю. Так, давай посмотрим, что у нас тут есть.
Сюда эту хрень мы вставить не можем, да? Подачу газу, газа в соседнюю комнату. В данный момент оно пустое. Может, туда пиявку засунуть? Эй, загазируется, будет газированная пиявка. А чё бы нет? Так, что тут у нас есть еще? Ну все, вроде как. Патроны там были. Сюда же. Да, выходим. Посмотрим, что у нас здесь. Где-то я видел какой-то аппарат, какая-то установка. Не помню где. Так. Можем сюда. Но тут, по-моему, делать нечего. Значит, вот сюда. Ой, как сложно, как сложно, как все сложно. Так, записная это. Газированная пиявка. Прыгать отсюда слишком опасно. Да ладно, тут не высоко. Прыгай, пока не сожрали. Значит, не тут. Короче, ладно. Вариантов у меня не осталось абсолютно совсем. Не, ну, сбегать еще, конечно, вот сюда куда-то. Не знаю, где-то я видел какой-то аппарат. Куда что-то нужно было засунуть, ставить, поместить. Не знаю, кто тут бегает. Закрыто. Давай сейчас сюда сбегаем. Если не то, то пока что варианты закончились. Переключаемся на нашего Билли. Куда что ли? Вот. Я же говорю, какой-то... Блин, а оно тут вообще не взаимодействует с ним. А, я отсюда взял эту пиявку. Не получится спуститься вниз таким способом. Ладно, все понятно. Варианты закончились. Переключаемся на нашего... YouTube в помощь. Да вот, сейчас еще Билли нужно побегать. Попробовать разобраться. Она вот здесь спустилась вниз. Остался Билли. Две закрытых двери. И лифт. Мне нужно как... найти какую-то хрень, положить в лифт и передать нашей подруге. А, стоп, стоп, стоп. Получается, мы же наверху нажали какую-то кнопочку, какие-то ступеньки или лестница открылась. Поэтому, может быть, сейчас здесь где-то проход появился какой-то. Да беги, беги! Сейчас умрет. А, вот эта дверь.
бюстом Маркуса в основании есть отверстие, куда можно ставить какой-то предмет. Короче, а сейчас бы цветочек этой наших... А вот есть цветочек, но смешивать-то он не умеет. Ладно, тут есть лифт. О, не этот лифт. Нужно попросить, чтобы она передала мне травинку, подлечить этого мужика, а то сейчас сдохнет еще. А вот есть хилка. И просить никого не пришлось. Использовать, да. Все. Здоровье отлично, самочувствие отлично, поэтому можем дальше. Бежать пиявок кормить. Ух ты. Здесь есть устройство для набора шифра. Без пропавшей детали его невозможно использовать. Какая деталь пропала? Что мы туда засунем? Что мы туда вставить можем? Какая-то деталь. Так, стоп. Вот у нас дверь. Тут закрыто, тут закрыто. Лифт. Как вариант, лифт. Ну, спустимся. А это интересно, куда? Ну, спустимся. Сюда мы приедем. Тут у нас абсолютно ничего нет. Смысла нет. Превьюха всех распугала. Засранцы, потому что они все... Не, ну ладно, пускай, мало ли там, кто чем занят. Воскресенье. Так. Что делать, что делать, что делать? Тут какой-то детали не хватает. Тут лестница. И лифт. Не, ну... Явно. Им толк каши не сваришь. С этим Билли. Вниз спуститься. Отсюда я забрался. Здесь взял пиявку. Отсюда можем сюда сбегать. Может, я где-то что-то не нашел. Не разглядел. Сейчас еще круг почета пробегу. Не нужно нажимать на нее еще раз. Это что у нас? Закрытая дверь. Здесь у нас заперто. Сохранялка есть. Класть некуда. Сохранялку. Пустая бутылка стоит на полу. Прыгать отсюда опасно. Ну да ладно. Вот, стекло. Почему? Почему нельзя разбить стекло? Ладно, давай. Если не здесь, то еще есть пару комнат. Вот сюда сбегаем. Патроны. Так, у тебя, чувак, ничего нету? Ничего. На столе какая-то хрень лежит. Вот, типа как
Капельки или что-то такое. Вот что это лежит? Но взять не могу. Давай. Ядовитым газом. Ладно, сюда еще сбегаем. Это... Лифт. Так, вот дверь с этой капелькой. Пилка. Такая же дверь закрытая. О, кипер там что-то шлет. Так, что это он не на стриме, а? Давайте тради. Я положу тебя, думаю. Сейчас, секунду. Что это у меня тут? Кипер шлет свои рисунки. Нет, почему не на стриме? Что это у нас шаурма отдыхает, а? На стриме уже должен был сидеть как час. Сейчас, секунду. Да блин. Да, можешь пугать. Не, у Мурка есть Мэдди Мурк, компьютерный канал. У него есть пострашнее. Там, отвал. Лицо. Так, так, так. Ладно, походу, YouTube в помощь, потому что я не знаю. Ну, не, можно, конечно, бегать в надежде что-то найти, отковырять. Но пока пускай повисит. Попробуем. Вот, YouTube в помощь. Смотрим. Снова привет. Привет снова. Давай, чтобы вам было не особо так скучно смотреть, я вам экран захвачу. Так, захват игры отключить. Вот, захват экрана включить. Я, правда, без звука, но во всяком случае посмотрим, как другой человек проходил. Чуть перемотаем вперед. Вот эта дверь. Ой. А это церковь, да, с которой я убежал. Что они тут делают? Ой, прошу прощения, но, блин, ничего не могу сделать. Сопли аж прям в самой голове. Не знаю, неприятно. Они обратно возвращаются вдвоем. Зачем они вдвоем обратно возвращаются? Что-то там, скорее всего, подобрать. Ага, тут у них всякое дерьмо лежит. Выбросить патроны? Понятно. Дальше. Ничего брать не будут? Нет. Погнали дальше. Вот, я тут уже проходил. Лифт. Вот они приехали на лифте куда-то. То ли вверх, то ли вниз. Тироплей, привет. Шаурма, привет. Че опаздываете? Так, вот он. Ой. Зашли в эту дверь, понятно. Сейчас он сбегает, обратно возьмет, как его там, арбалет. Не арбалет, а этот.
Забыл, как он называется. Лифт. Это понятно. Давай быстрее. Я тут уже бегал. Вот они обратно уехали вместе. Дядя помогал. Полезные дела делал? Понятно. Саня пришел, потому что не посмотрел на время. Вот видишь как. Че, не знаешь? Так, ладно, гарпун, о, точно. Думаю, как. Не патроны для магнума, а гарпун бери. 100% взял гарпун. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Вот они обратно на лифте поднимаются там туда-сюда. Вот. А он все свое добро сюда перетащил, поближе. А я бегаю на другой конец карты за своим добром. Да, господи, ну давай быстрее чехлись. Кстати, интересно, у него уже магнум есть. Ох уж. Быстрее, быстрее, вот он. Я, правда, женщиной сюда залез. А он мужиком сюда залез. Мне интересно, что он дальше будет делать. Тут он все бегает, бегает, бегает. Да, гарпун. Точно. Гарпун имею в виду. Так, карту он взял. Я уже тоже взял. Вот он пиявку взял. Думает, куда же ему тут бежать, как и я, в принципе. Чё ж тут делать? Куда же бежать? Походу, он сейчас тоже побегает, побегает, и у него стрим закончится на этом моменте. Спрыгнуть он не может. Коктейль Молотова делает. Ой, вот так тут не весело пересматривать, конечно. Перематывать, пересматривать. Записная. Все, походу у него стрим на этом закончился. Переходим к следующей части. И смотрим, чего он начинает прохождение. Ясно, понятно. Чего он начинает прохождение следующей части. Ну чё, я звук не хочу включить, потому что беда случится. Всё, поехали дальше. Где он там, чё? Этот меня тоже хватал за ногу. Блин, я, по-моему, и то быстрее, чем он, прохожу. Патроны, конечно, ему нужны патроны. Всякие эти. Давай, поехали, поехали, поехали. Дальше, дальше, куда? Использовать? Ага, нет. Пиявка туда не подходит. В газированную. Тут я хотел газированную пиявку сделать. Тоже ходит, бегает, не знает, что делать. Он думает, если... О, Рекстел. Я нет. Ни в коем случае. Привет.
Привет, привет. Давно не виделись. Не, я люблю, конечно, этот серию вообще резидентов. Прикольная хрень. Я не понял, что он ходит туда-сюда. Вышел, зашел. Откуда-то зомби тут взялись. Конечно, патроны у него закончились. Господи, блин, давай быстрее. Решай. Не люблю, честно говоря, пиво. Иногда баночку там могу выпить, но это такое. Так, ладно, блин, ну сколько можно смотреть, а? Где тут он звенится? Вот, сюда на какую-то хрень ставить, в эту дверь. Казалось бы, да? Вот как догадаться? Не один я такой. Закрыта эта дверь, я знаю. Спрыгнуть нет, не получится. Не прохождение, а просмотра. Ну, это сейчас такая хрень. До этого проходил. Я просто застрял. Поэтому... Чтоб хоть как-то. Понял. Наверное, я понял. Вот, даже я не досмотрел, что надо сделать. Да, я, скорее всего, догадался, что... Ну, сейчас, во всяком случае, попробую что-то сделать. Так, это я уже играю. Ой, куда я пошел? Не сюда. Сюда мне не нужно. Возвращаемся обратно. Буквально вот недавно какую-то хрень сделал разделитель. Может быть, как ее там зовут, эту подругу нашу. Может разделить колбу с пиявкой. И в форме той капельки примет пияв. Ладно, сейчас... Смотрим. Вот. Пиявка у нас тут и есть. Опа. Давай смешать. Попробуем. Опа. О! Смотри, получилось. У нас теперь какая-то пиявка. И попробовать эту пиявку засунуть в дверь, где был проход. Точно, разобрался. Я забыл. Вот эта дверь. Давай мы сюда эту пиявку засунем. Использовать. Подошла. Ничего не произошло. Странно. Возможно, вы использовали не тот ключ. Понятно. Значит, короче, берем эту пиявку, опускаем в лифт. С помощью лифта нашему Билли. Отправить что-нибудь, да. Отправить. Пельменя тоже нету. Ой. Опять эту траву ему отправляю. Билли... Извини, не то отправил. Но зато хотя бы быстро посылки доходят, а? Только отправил, сразу посылка к нему пришла. Где этот лифт у нас тут? Нет, не тут. Или тут, или не тут. Не тут. Сюда. Вот эта дверь куда? Тут закрыто. Блин, а где лифт? Не этот.
Значит, в эту комнату. Не, вот догадайся, да, вот у тебя есть какая-то пиявка в колбе. Догадайся ее как-то разделить с этой колбой, чтобы использовать в качестве ключа в дверях. Не, единственное, что я... Вот этот лифт. Бери траву. Да. Отправляй ей обратно траву и будем пиявку получать. Отправить что-нибудь, да. Держи обратно свою траву, забирай. Мне уже вот эти вот анимации, отправки, там, доставки туда-сюда поднадоели. Открывание, закрывание дверей. Да, берем траву, отправить что-нибудь. Вот. Вот зачем мне эта анимация, когда дверца закрывается? Лишнюю секунду подождать приходится. Отправить что-нибудь, да. Или держи окаменевшую пиявку. В GTA 5 на телефоне? Да такое можно? Я не знаю, мне вот мобильные игры не очень нравятся, потому что вот это управление, тот же самый PUBG, бегал-бегал, управление на телефоне не совсем удобно. Так, капельку мы взяли. На компьютере гораздо проще управлять. Мышка есть, клавиатура. Как на телефоне управлять, не знаю. Совсем неудобно. Где эта дверь? Нет, не здесь. Вот эта дверь. Давай эту соплю сюда ставим. Вот когда нужно открыть инвентарь, я открываю карту. Когда нужна карта, открываю инвентарь. Замок разблокирован. О, какая комнатка. Аквариум. Кто живет? Загадочные объекты плавают в воде. Так, лента есть записная. Чё тут только нет? А чё есть полезное? Патроны. Патроны пригодятся, да, согласен. Что это у нас такое за... Камин не горит. Давай попробуем поджечь камин. Раз он не горит, надо поджечь. Нет. Смешать могу, осмотреть, сменить. Подожди, а сменить на что? А это что такое? Личное. Использовать. О! Прикинь, что я нашел. Давай вот этим дядькой побегаем. Я гардероб нашел. Да ты смотри, это Билли прям преобразился. Круто стал. Так, что-то тут мигает. Входная катушка. Взять? Ну, взять, конечно, раздают. Тут что-то есть еще. Что там еще? Фотография какая-то. На броте что-то написано. Джеймсу, 1939. Поздравительное. Поздравление твоего выпускного. Старая фотография. Отлично. Судя по возрасту, этот парень сын Маркуса. Или его внук. Игры лагают. Так, ну смотри, если у тебя слабый компьютер, зачем ты десятку устанавливал? Установи хотя бы семерку.
В основном все игры поддерживают семерку, ну вернее как. Женщина в объятиях мертвеца. То есть игры поддерживают семерку без проблем. Все программы тоже семерку поддерживают. Но компьютер, сама семерка, грузит на значительно меньше, чем десятка. Так. Что-то я взял, короче, какую-то хрень. И где я нахожусь вообще? Вот еще есть одна комната. Ее еще осталось проверить. Лучше Майнкрафт. На жопу упал. Я теперь крутой дядька. Ичка. А вот вторая сопля. Только класть ее некуда. Так, что мы тут можем выкинуть? Что у нас есть лишнее? У нас лишнего-то ничего и нет. Входная катушка. Седьмая была. Бобо. А. И моя сестра сделала десятку. Нужно было... снести седьмую и поставить обратно седьмую. Так, ладно. Что-то там непонятно. А чё? У нас и выкидывать-то нечего. Но эту соплю мне нужно взять. Слушай, он что-то дергается. Так. А что ж мы можем тут оставить? Чтобы... И оставить-то нечего. Дробовик. Давай дробовик здесь оставим. Все равно только пистолетом стреляю. Дробовиком вообще не пользуюсь. И патроны к нему. Ой, использовать. Не хочет есть сухомятку патроны. Так, все. Теперь у нас полным-полно места. Давай соплю сюда. О, обмен десятками. Что ты имеешь в виду? Лифт, лифт, лифт. Сюда. Нужно вторую соплю подруге отправить. Никогда подруге сопли по почте не отправляли. Я сейчас буду отправлять. Вот. Что-нибудь отправить, да. Держи. Еще какую-то хрень нашел, но что с ней делать? Такие еще... не разобрался. Так, а у нее есть какие-то прикиды? Опа, оно сменить. Есть что-то использовать? Тихо. Опа-на. Какие там? Ты смотри, сколько у нее разной штукенции. Какую выбираем? Вся такая в кожаном. Болельщица. Да, болельщицы. А, обмен компами. Да, долго я работал. Собирал, откладывал, копил.
Жалко меняться. Я сейчас буду подруге соплю отправлять. Шиповод похвастаться. Скажешь, а Саня отправлял. Лифтом. Так. Вот сюда. Смотри, какой прикид, а? Так же, аж игра прям сразу поменялась. Использовать. Она скажет, зачем ты мне это отправил? Ты ей скажешь, чтобы ты дверь открыла. Доктор лучше. Ой. Вот так. О, какая-то хрень. Ой! Вот так. Давай сейчас. Раз говоришь доктора лучше, давай на доктора. А, за них можно играть. Так, вот так, личное. Использовать. Доктора лучше. Какой там? А, вот. Вот этот. Переоденемся. Да не, ну это вообще какая-то не прикольно такое. Ну, ладно. Если... Стерилизирующее вещество. Взять? Взять, конечно. На кое оно нужно? Чтобы знал. Делаем мешки для трупов. Ощущение... Ощущение подсказывает, что он там лежит не целиком. Патроны. Ощущения ощущениями. А патроны всегда пригодятся. Так. На балерину какую-то больше похоже, чем на доктора. Изнутри доносится ужасный запах. Так, все это хорошо. И чё? Ужасный запах. Не нюхай. Раз оттуда доносится ужасный запах. Ну все, я тут какую-то хрень взял. То, что до доктора вроде лучше было. Мне тоже больше нравилось. Сейчас переоденемся. Вот болельщица я был. Можем еще такой побегать. Давай так. Мне тоже такая больше нравится. Доктор лечит трупаков. Так, стоп. А что я взял? Что это за хрень? Использовать? Нет. Наверное, вот эту хрень нужно мне использовать с той хренью, которая у того чувака. Короче, хрень на хрень нужно поменять. Кстати, у меня есть цветочек, да? Использовать. Вот, все, слот освободился. К лифту нужно подойти. Где этот лифт? Вот тут. Так, отправь эту хрень. Вот эту хрень отправляй. Трупы, го, убьем ее, доктор. Пора вас лечить. Это гигантский шприц. Так, переключаемся. Забираем посылку. Экспресс-почта, быстро доходят посылки. О, ребят, нас аж 9 человек. Всем привет, всем салют. Мало кто пишет в чате, но смотрят много. Так, теперь попробуем эту гадость какую-то так, смешать с этой. Блин, почему с катушкой?
Или эту катушку нужно было засунуть туда, или сюда, или хрен его знает. Ладно, давай попробуем. Карта, что тут у нас? Давай попробуем сюда что-то вставить. Вот. Да, вроде как нам нужно что-то засунуть. Да не карту. А вот эту штукенцию. О, подошло. Ура! Решили загадку. Лежать. Похоже, это устройство заполняет комнату газом. Ключ. Ключ питомника. Взять? Конечно, взять. На тебе еще по яйцам. Смотри, пока я юбку не одел, они за мной не бегали. Как только юбку одел, так сразу начали тут признаки жизни подавать. Даже мертвого подняли. Управление фиговое. Да, реально неудобное. Я пытаюсь уже четвертый стрим, пытаюсь к нему привыкнуть, так и не могу. Так. Ключ. Мы какой-то ключ взяли. Куда его засунуть-то, этот ключ? Питомника. Ключ от питомника. Давай я сохраню игру, пока беды не случилось. Вот у нас закрытая дверь. Сзади меня. А игру мы можем сохранить, переключиться на этого типа. Вот есть лента тут. Да. Сохраниться, да. Ребекка, церковь. Сохранить, да. Билли, библиотека. Ребекка в церковь ходит, Билли в библиотеке сидит. Так, выбросить, да. Обратно давай переключаемся. Прямо по курсу закрытая дверь. И, кстати, вот тут еще тоже закрытая. Может, вот сюда? Или сюда? Ладно, проверим. Прямо по курсу. Вот. Подошел. Ключ от питомника. Кажется, этот ключ вам больше не нужен. Выбросить его, да. Сюда. Она в трусах? В трусиках? Вроде бы. Ладно. Не будем извращать малолетних зрителей. Сломанные клетки оставлены в ряд. Судя по всему, решетки были взломаны изнутри. Понятно. Сломанные клетки. О! Билли! Спасай! Вот то надавали. Я так не играю. Лежать. Так. Они меня ранили, походу. Как же их перестрелять? У меня даже оружия толком нету. Ни хилок, ни оружия. С пистолета, что ли, стрелять? Я думаю, долго это будет. Билли далеко.
и на помощь не придет. Ну, ну во всяком случае, игру сохранил, так что если убьют, недалеко будет бежать. Походу... Сожрали меня. А не, не сожрали. Не-не. Ну, чуть-чуть поплохело, но в принципе нормально. Почку прихватило. У него почка... Не, подожди. Это с этой стороны... Что у нас? Ну, почку может прихватить, да? Что там у нас? Доклад БОО. В предыдущих исследованиях вирус прародителя вводился непосредственно в организм, но проблема была не только в резких клеточных изменениях, уничтожавших первичную ткань. Стало очевидно, что такой подход совершенно неприемлем с точки зрения управления управляемости оружием. Следует отметить, что для обеспечения дальнейшего развития организма необходимо работать над улучшением межклеточных связей. Пытаясь найти решение, я провел ряд экспериментов. Это мой доклад. Насекомые, доклады всякие, бла-бла-бла. Я тут! Я сейчас! Я тут! Я сейчас! Вы чего? Вы куда? Ой-ой-ой! Ой! Нос чешется. Беда. Где-то я видел дверь. Там, где не хватало такой штукенции. Все понятно. Мне бы хилку какую-нибудь. Походу сейчас даже комарик меня может укусить и помру. Лифт. Или не лифт. Подожди. Тут есть где-то еще закрытая дверь. Я воду выливал. А, дверь это еще закрыта, понятно. Не поддаться. Значит. Из-под красок. А, я понял. Я понял, понял. Сюда. А где там пельмень? Чем он сегодня занят? Подожди, мне лифт нужен. Это не лифт. Не сюда. Не сюда. Или сюда. Нет, не сюда. Ну, пусть лучше воду выливает, чем водку вливает. Так. Да, что ли? Я... Я обычно рисую на выходных или страдаю фигней. Так. Хилка, да? Нет. Это или хилка, или пустая бутылка тут стоит. А, пустая бутылка стоит. Она мне не нужна. Так, я не понял, где лифт? Я потерял лифт. Где пельмени? Кто забрал моего пельменя? Так, ой, стоп. Так, я вот здесь. Могу сюда.
Тут делать нечего. Или здесь он где-то этот лифт, или здесь. Здесь закрыто, спрыгнуть невозможно. Записная машинка. Пельмень ест. Ух ты, жирненький будет пельмешек. Так, тут я забрал эту мотню. Все понятно. Мы как-то тут на стриме обсуждали, чем же питаются пельмени. Так, давай отправим посылку. Бандероль. Переключаемся, забираем посылку. Так, теперь осталось вспомнить, куда, куда вставить эту ручку. Где-то была закрытая дверь. Вот. Похоже. Вот сюда. И здесь была закрытая дверь, куда нужно вставить эту ручку. Нет, это лифт. Вот она. Так. Использовать, да. Устройство снова работает. Вести комбинацию. Первое число. Так, сколько? Комбинация оказалась неверной. Сколько чисел надо? Я понял. Там где-то это было в записке. Расшифровка. Там что-то такое. Видите первое число? Сколько их надо? Раз, два, три, четыре. Четыре числа нужно ввести. Ладно, ищем нашу записку. Где она там была? Бла-бла-бла. Нет, не то. Инвентарь. Файлы. Нет, это руководство персонажа, не то. Там где количество пьявок было. Что-то такое. И цифры как-то другим цветом светились. Не то. Не. О регуляторе напряжения. Не то. Дневник кандидатов в сотрудники. И вот это. Нет, не то. Блин, где эти стихотворения? Так, вот, может быть. Доклад первого эксперимента. Эксперимента нет. Записи о выращивании пьявок. Может быть, вот это? От. 4. Дальше. Удвоились. 8. Я лишился двух особей. 6. 3. 4, 8, 6, 3. 4, 8, 6, 3. Попробуем. Если я правильно все понял. 4, 8, 6, 3. Так, принять. 4. 8, 6, 3.
О! Я гений! Зачем ты сказал, что в этих резервуарах моча? Противно становится. А как мы в канализации там по поясу в гамне лазили? 4-8-6-3. Я догадался. Спасибо, Шарума. Кажется, это можно использовать. Кого? Капака на связи, прием! Деловой это такой. Я в этом нашел нечто, что тебя костюме. Очень обрадует. Это фуникулер. Правда? Замечательно. Теперь мы сможем выбраться. Ага. Нам надо встретиться как можно скорее. Поняла. Поняла. Бесклявый голос такой, братцы. Так, это хорошо. Я понял, где он находится. Сейчас мне нужно подойти здесь к краю. И... вот. И сюда может спрыгнуть эта Ребекка наша, по идее. Наверное. А может и нет. Ага, вот фуникулер. Электричка по-русскому. Здесь есть рубильник. Опустите его, да. Вот оно как работает, вот оно чё. Чё ты нашел? Выходная катушка. Взять, конечно. Всё, садимся. Следующая остановка. Какая-то там. Площадь Конституции. Так, ладно. Все, берем Ребекку и бегим туда же. Карта. Вот, это вот здесь, в этой комнате находится. Значит, нам сюда, сюда, сюда. В эту дверь. Я вернулся. Я смотрел одного ютубера, он с друзьями в канализацию полезли. И их чуть не затопило. Полиция их искала. Ну это ж было такое, там, типа, как движение. Один ютубер даже прославился. Он метро. То есть, да, вот мы знаем, метро под землей ездит. А именно изнутри показать все метро никто не знает, что там находится между станциями, в подземных этих коридорах, ходах, кабинетах там. Ну, вернее, есть специальные помещения, некоторые заброшенные, закрытые, ну, заколоченные там, всякое такое. И один ютубер прославился тем, что лазил, как-то так проходил. Он знает, как там проходить, проходил и шел по этим туннелям. От электричек как-то уворачивался там, ну, есть специальные места, где нужно присесть там или залезть, когда идет электричка там, на рельсы не попадаться. Ну, и показывал, как метро существует изнутри. Так, сюда нам или не сюда? Стоял 5 минут, смотрел на карту, да, сюда. И он прославился, и стало такое движение популярным. У него были профессиональные дела. Так. Опа. Все, порядок. Спуститься по лестнице? Да. Наконец-то. Я, честно, не скажу, как он, ну, вернее, как никнейм этого блогера, но, во всяком случае, я когда-то видел. Я не помню просто. Так, ну что, мы взяли кучу всякой ерунды. Сюда! Ага. Сюда! За юбкой побежали.
Так, и что нам оно дает? Стоп. Фуникулер — это хорошо. Но у нас есть... А, вот еще давай что, посмотрим, что мы можем сделать. Обмен. Переключиться на другого. Так, ну-ка, дай мне вот эту хрень использовать. Нет, не использовать. Обменять. Вот сюда. Так, переключиться на другую. Вот так, смешать с этим. Нет, не смешивается. Каких-то две штукенции у меня есть. Куда их класть, не знаю. Ладно, тогда обмен. Вот так. Вот так. Кто-то там был популярный, но он не знаю куда пропал. Похоже, он полностью обесточен. Понятно. Почему не бывает все легко и просто? Обесточен он. А если этот потянуть? Нет, уже не получается. А если наверх залезть? Подняться по лестнице, да. Осталось одно помещение, куда я еще не нашел ключ. Не открыл. Вот, оно, кстати, здесь и находится. О, кстати, цветочек. Можем подлечиться. Давай, схомячить. Использовать. О, отлично. Цветочек схомячили. Вот, закрыта дверь. Дверь закрыта, вы не можете ее открыть. Почему? Где у нас еще что-то не исследовано, не излутано? Я же уже все вроде проверил. О, где-то какая-то хрень. Вот, гарпуном здесь можно подняться, точно. Ладно, чувак, стой здесь. Хорошо. Не бегай за мной. Гарпун у нас с собой. Да. Здесь с собой. Короче, у него был пранк. Уронил пистолет на глаза прохожих. Вот рядом уронил. Но его не тронули. Потому что поняли, что это пранк. Беги сюда. Спуститься, да. Не, и надо будет прикольные пранки придумать, посмотришь так. И надо будет глупые. Так. Где-то здесь, вроде бы как. Карта. Стоп. Нет, не здесь, вот здесь. В обратную сторону. Ага, вот. Нужно воспользоваться этим гарпуном. Использовать. Ага. И что у нас? Я понял, сюда нужно вставить какую-то штукенцию, которой у меня нет. Блин. О, отлично. Открыл дверь. Так, Билли, давай беги сюда. Идем. Хорошо. Давай, вставляй. Господи, я к этому управлению еще никак не привыкну. Так, это использовать сюда.
Шикарно. Теперь где-то тут еще, видно, что-то нужно сделать. Не хватает чего-то там. Вот как раз вот этой штукенции не хватает. Использовать, да. Красота какая. Что здесь? Патроны есть. У нас 2 часа уже. Как бы, знаешь, вот с одной стороны закончить на этой ноте и отправиться на электричке уже в следующий стрим-то. Поняла. Следующий стрим. Или сейчас уже отправиться на электричке и посмотреть, что там нас ждет. Наверное, давай сейчас отправимся. Так, давай, записывайся. Сохраняйся. Библиотека. Давай вторую ячейку используем. Ну, интересно, сколько там до конца вообще осталось, а? Что-то как-то долго играю, сейчас доиграю до того, что на следующий стрим не хватит. Так, это была какая там часть? 15-я. Всего 22 часа. Вернее, у него по полчаса, там, грубо говоря, 22 части. Если 16, к примеру. Где все? Ну я откуда знаю? Так, это он открыл. Короче, я так понимаю, знаешь, вот, что я могу сказать? Скорее всего, осталось тут немножко. Оставим на завтра. Завтра допройдем. Потому что осталось немного. То есть за один раз я это все до конца не пройду. Это нужно целый стрим запускать. Но если я сегодня еще продолжу дальше проходить, то завтрашний стрим вообще будет короткий. На часик. Ладно, я тут сохранился. Давай посмотрим, что произойдет, когда сядем. Идем. Хорошо. В электричку эту. Куда-нибудь уедем, наверное. И на этом закончим сегодня. Хочу просто на следующий раз оставить хоть чуть-чуть. Опять в Сириуса превратился. Кто? А, я понял. Так. Заходим. Обезьяна, че-че-че, продавала кирпичи. Вот ты видел, как она по жопе мне, а? Блин, стоило юбку одеть, как уже сразу в засос целуют, а? Присмахтался. Вот ты падла, ты смотри какое. Да блин. Ой, блин, засосы наставил, а? Отцепись от меня. Давай, стреляй. Ладно, беги. Да достало это все у меня, а. О, ноги остались сходящие. Смотри, ноги за мной ходят.
я первый раз, наверное, умер за всю игру с самого начала. Ну ладно, я тут недалеко сохранился. Давай попробую все-таки убить этих ходящие ноги. Не одевайте. Ладно, героем. Не, ну ты видел, как застолтов мне понаставил. Так, стоп. А я ж могу не... А, ну я думаю, без разницы, да, кем спуститься. Идем. Хорошо. Стоп, а что у нас убили есть? Ничего такого. Кстати, а где Билли пропадает в тот момент, когда я начинаю сражаться с этой штукенцей? Сюда, 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 сюда. Все, поехали. Садимся. Это самка, наверное, попалась. На мужика напрыгнула. Самка обезьяны. Куда ж ты текаешь? Нет, ты смотри, какие падла... ноги противные. Там, блин. Это еще кумарит. Игра сворачивается. А, кстати, я же забыл. Я же экран демонстрирую. Так, пиявки там ползают. Если пиявка меня съест, то могу умереть. Так, стоп, гарпун у нас есть? Да, был же. Тихо, 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 пиявки, 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 пиявками. Так, оп. Нужно срочно наверх подняться. О, пельмень, привет. Я тут. Привет, привет. Пришел как раз. Я тут собираюсь уже заканчивать. Ой. Оп. Пиявки. Всех растоптать, раздавить, пока не начали меня атаковать. Фью. Да ё-моё. Как оно меня кумарит, а? Мышка переезжает на соседний монитор. Вот, вот так, то раз, все. На второй монитор уехала. И стоит нажать мышкой, как игра сворачивается. Как нет катушки? Есть все, катушка. Так, подожди. Так, и что у нас тут? Кстати, а где наш товарищ, а? Рано по лестнице спускаться. Переключиться на него не могу. Чудык, чудык, чудык. Все, поедем без него, пусть тут остается. Интересно, она действительно сама, вернее, уедет без него? Все, газуй. Становись за штурвал, он рычаги потяни. И не хочет. Че за пассажир? О, магнум! Да, пистолет крутой. Взял.
контрольный в яйца и контрольный в голову. Запустить монорельс. Монорельс это называется. А я электричка, электричка. Это монорельс, оказывается. Что-то как-то быстро мы приехали. Дядя, тут... Не вставай. Больше там брать нечего. Ладно, стоп. Сейчас нужно сохраниться. Если я сейчас просто продолжу играть, у меня на следующий стрим останется минут 15. Ну, там, или полчаса, или час игры. Так, о, цветочки. Наконец-то можем подлечиться. Блин. Класть некуда. Так, надо что-то временно выгрузить. Я во сне чай с конфеткой пи... с конфетками пил. Зеленая трава, да. Теперь, короче, смешать эти. Смешать. Вот так. Использовать. Отлично, здоровье. Смешать. Ну, вернее. Так. Смешать. Я не понимаю, я тут даже главарей там или каких-то монстров убиваю обычным пистолетом. Да пусть хоть поезд. А где наш дружбан? А хрен его знает. Переключиться на него не могу. Короче, осталось. Так, какой-то люк. Не знаю. Карта. Что у нас по карте? Говорит, что здесь закрыто. Такие есть. Здесь открыто. Что тебе? Съел конфету Рафаэлла со вкусом клубники и вафельки. Ну, Сириус. О, вернее, шаурма. Ну тебе и сны снятся. То ужасы снятся, то конфеты ешь. Ешь во сне. Ой. Я случайно. А обратно можно будет подняться? Куда я попал? В какую-то эту шахту попал. Не знаю, куда-то бегу, куда глаза глядят. Редко я ем во сне. Интересно, к чему это? Да, там, когда в детстве говорили, если летаешь во сне, то это значит, ты растешь. А если ешь во сне, почему это? Там разные были приметы. Так, что это такое? Ключ завода. Что-то появилось на экране. Не месяц. Вот. Вот он какой. Биоорганический жидкость. Так, и куда этот ключ ставить? О! Да, падла, я только вылечился. Отпусти. Да тут смотри какой. Я только это здоровье себе подправил. Так, смешать. Так. Не, ну еще. О. О,
Ну чё ты туда целись, а? Он сзади стоит. Конечно. Падла. Еще и раз свернулась опять. Так, 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 так. Кстати, а там ничего такого лишнего? У себя на рабочем столе не свечу? Да вроде ничего такого нет. Вообще лучше в ОБС переключить захват игры, захват экрана отключить. Теперь хоть будет сворачиваться, но будет постоянно игру светить. Так, чего там у нас? Руки делает, а мозг не понимает. Так, ладно, это мы пережили. Нужно где-то сохраниться. Где-то сохраниться, где-то сохраниться. Где мы можем сохраниться? Тут открыто. О, пришло время подлечиться сразу. Не можете взять эту. Ой, господи, как она задолбала. Ну почему такой маленький вообще инвентарь? Выбросить. Да. Зеленая трава, красная трава. Смешать, подлечиться. И скушать. Салат из трав сделала. Ела. И все, и ХП восстановилось, и жизнь удалась. Карта, карта, карта этого помещения, местности. Доска с графиком. Короче, ладно. Доска это хорошо, вот мне карта. Оп, оп, оп. Ладно, потом разберемся. Главное, что карту взяли. Карта завода. Что тут завод, три коридора, две комнаты. И весь завод. Так, патрон для гранатометов. Что там у меня? Некуда класть? Да нет. Давай берем эту. Да ленту бери. О, господи. Наконец-то. Догадался. Вот так. Сохраниться? Да, сохранимся. Или... Давай вот так тут сохранимся. Здесь. Да. Все, браво, ребятульки. На этом мы сегодня закончим. Да, вот так как-то коротенькие 2 часа, по 2 часа, по 2,5 получаются стримы. Ну, я не дотяну до конца, могу честно сказать, чтобы полностью пройти. Ну, хотя бы на часа на 3 оставим еще. Может быть, завтра, да пройду уже до конца. Да, давай с этим, на этом и закончим пока. Вот, сохранились. И новое место, новая локация будем на следующем стриме разбирать. Во что завтра? GTA 5? Или, о, вернее, GTA 5. Короче, GTA-шку продолжить проходить. Или же Resident Evil. Что завтра запустить? Или как? Можем фазмофобию, так сказать, потренироваться перед вторником. Или же Devour, как вчера побегали. Что завтра? Да ничего страшного, главное, что пришел под конец. Не под конец, это уже не столь важно. Или голосование вынести. Ну, голосование там пока проголосует. Резидент, чтобы допройти. Так, Сириус за резидент. Пельмень,
Шаурма. Вы за что? Ага, вот. Шаурма тоже. Я понял. Ну все, тогда не вопрос. Да пройдем. Резидент. Тещу будем жарить. Пельмень тещу хочет жарить. Что, 2В? Сироп, плей, фазмофобию. Ну, как-то так разделились мнения. Шаурма резидент пишет. Ну, за резидент, как бы Сириус. Пельмень. Ну, короче, ладно. Все равно за резидент больше. Как минимум, шаурма, Сириус за резидента. Пельмень за Девор. Тещу жарить. Сироплей за фазмофобию. Фазмофобия будет послезавтра 100%. А, ну, как бы, 2 дня подряд. Ну, ладно, хорошо. Если GTA вам вообще не заходит, может, забросим эту идею, так как есть оставим. Резидент так резидент. Да пройдем эту часть, потом играем во вторник фазмофобию, потом в среду, скорее всего, запускаем еще что-нибудь. Может быть, приступим к следующей части резидента. И так будем жить потихоньку. Нас шаурмой больше. Да, согласен. Ну, во всяком случае, из тех, кто в чате. Все, ребят. Всех благ, всем добра. Отдыхайте. Спасибо, что были. Ну, раз презиков больше, пусть будут презики. Все, всем добра, всем спокойной ночи. Всем пока.